И еще про Т-34, но уже про фильм. Одноименная картина Алексея Сидорова установила в прокате сразу несколько рекордов. Это лучший старт среди отечественных картин, среди всех январских премьер. Ну а главное, приключенческому экшену всего за 6 дней удалось стать рублевым миллиардером по сборам. Так быстро ни один российский фильм не выходил на эту планку. Общая выручка Т-34 постепенно приближается к 1,5 миллиардам рублей.